Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас, в общем-то, есть очередной повод зайти в дружественный безлимитный аккаунт, да, в котором мы можем немножко почудить. Так, вот этот турнирчик нас интересует. Здесь, собственно говоря, я вообще не заходил, видите, здесь по нулям, это не мой аккаунт. Есть вот такой вот у нас бой, 16 тысяч, ну тут ладно, тут пятерочка урон, тут четверочка урон, но у нас здесь уже есть 4 индораптора, по-моему, в прошлый раз еще мы не было у нас 4 индораптора, правда? У нас было 2 сороковых и 1 тридцатый, теперь уже тут 4 есть, и мы можем беспредельничать. Ну хотя на самом деле здесь противники могут легко надрать жопу всем индорапторам, если нам попадется там кто-то чуточку сильнее, чем вот эти вот ребята. Например, вот 16 тысяч жизней, пятерочка урона. Или амфибия какая-то, горгазух, например, там какого-то 200-го левела. Да, собственно говоря, и этот раздает нам, дай боже. Дай боже. Кстати, ну его команда посильнее, ребята. Вот. Три божественных индораптора, как бы это более слабая команда, чем вот у нашего противника. По факту. Это у этого 3 косаря урона, а у остальных-то 1, 2, 3. Раз, два. Мы тут вообще легко можем слететь. Одна ошибка и хана. Вот 2 удара мы не выдерживаем. То есть если я поставлю в защиту не так, как надо, то все. А он проатаковал на 2. 1, 2, 3. 1, 2. Ну, это его была ошибка. Зачем так делать? На все 4. Ну, это была... Это подарок был. Подарок для нас. Ну, в общем-то, один индораптор, да, по факту тут пожертвовал собой и... Не, а, черт, 2. Ладно. Ладно, идем дальше. Если не будет амфибий много у противника, то мы будем сражаться индорапторами. Идем дальше. Это мы сразу вот так сделаем. Индораптор, он подменится... Будет летун и снова индораптор. Ну попробуем. Это, конечно, не оптимальная команда, но... О, нифига себе. Я его за один удар сложил. А он меня сейчас сложит за 2, и я его завалю за 2. А потом будет 1 на 1, и как бы... И как бы так бы. Ситуация непонятная. У меня уже 3. У меня 2. Ну, вот это такой размен. Черт, я думаю, у меня уже 3 будет. Это нам не на руку на самом деле. У него уже 3, да? Не, у него еще 2. Он сейчас атакует на все 2. А у меня уже будут 3. Ага. Нет, тогда все отлично. Такой, это самый быстрый вариант боя. Вот быстрее не придумаешь. Ну, нам достаточно и 2 будет. Главное, что у него баллов не осталось. Вот, 2 мы его пробили еще там запасом. Такая изи-катка получилась, да? Ну, и еще один бой. И прекрасно, у нас есть возможность сразиться... Снова 3 индоминусами. Ну, 20-ку апатозавра. Ну, это не так страшно. У меня было у терезинозавра... Или у трицератопса было 23 тысячи. Ну, там же и урон, короче, прилагается. А это, смотрите, у нас кто? Это у нас танки. Что один, что второй. У них дофига хелса, но удар слабый. То есть, вот, реально, ну, не знаю, слабее из травоядных. Я не знаю, у кого удар будет. По сравнению с уровнем жизни... То есть это такой самый лайтовый вариант. Ну, то есть... Легкий будет бой.
Так, сменить динозавра. Ну вот и все, по факту. Да, Индоминуса нет, ему больше некем сражаться. Он, конечно, по косарику могут там дымажить, но, скорее всего, мы не потеряем никого. Ну, если я захочу. Пять. Но этого недостаточно. Он атакует на три. Давайте сделаем вот так. Попытаемся сохранить всех. Зря поставил в защиту 2. Надо было один оставлять. Ладно, посидим. Ну, я бы уже мог победить, но я пытаюсь тут сохранить их побольше. Четыре балла в защиту. Ха-ха-ха, я его обхитрил. Хана тебе, апатозавр. Вот и все, ребятки. Вот один, вот раз, два, три... И 4 в перенос. Стратегия выжидания. И удар на 8. Как вы любите. Вот так вот. Все сложилось очень легко, ну, потому что у нас не было, в общем-то, амфибий в противниках. И мы смогли затащить одними индорапторами. Ну, хотя, как вы знаете, как я вас учу уже 2 года, команда должна быть сбалансированная. То есть, если первый и третий могут быть одной стихией, то посерединке должен быть контрящий относительно первых двух. Так, это у нас какая-то новая картиночка. Давайте сделаем скриншотик. Защитите свою территорию. Дали Харенхопс. В общем-то, награда понтовая. Окей, да, мы запомнили. Мы тут получили свою единичку. Давайте заглянем к индораптору. Вот такой вот красавчик у нас. Так, вот такой вот 40-й. Коричневый. Но мне больше черный нравится. Черный повеселее как-то. Давайте сделаем еще 20-го одного. Только еды не хватит, наверное. Так. Ну да, с едой напряги, но мы что можем сделать? Мы можем... Ух ты. А, так нежненько лапкой. И ребрышки. Поел он, короче, ребрышки. И что еще сделаем? Давайте-ка мы... Так, а здесь у нас, вот смотрите, кто стоит. Терезинозаурус стоит. Сколько у него клеток? 32 клеточки он собирает. И давайте еще откроем какой-то набор. Какой-то наборчик. Давайте откроем вот такой наборчик. Брантатери нам попался. Давайте я все вам наборы покажу, какие здесь есть. Вот, набор парк земля. Заповедник. Ничего себе, косарь баксов нам насыпали. Вот такой вот а-ля ботанический сад. Да, ну и как бы кому надо, Таникалагреус сейчас у нас. Что дают? 2500 генов, 500 баксов, да. И набор Таникалагреус, ребятки. Вот такие вот дела, ребятки. Так что на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.